Вот это клапан, да? Да. Из космоса видно. Вообще красивый, да? Мне он нравится такой. Очень похож на пивной, да, краник? Чик-чик. Ну, что-то такое у нас должно быть. То есть, ну, скорее всего, не палка, потому что ее хрен натрешь. Золотой и медный. Красивый. Главное, не только красота, но еще и практичность. Труба, она есть труба. Труба и есть труба, да. Понеслась. Типа такой же Санек разрабатывает, старается, да? Какой Санек? Наш, да. Роботов. Насос. Нет. Она специально завальцовывается, да, чем-то? Да, сейчас я вам покажу. Покажите, пожалуйста. Мы, получается, у себя можем от котла до коллектора протянуть вот такой трубой гофрой. С нержавейки, правильно? Отрезок трубы берете, сахарного размера, прибавляете к нему еще 4 звена, потому что они уйдут в размер. Одеваете две гайки, ставите два звена вальцевателя. Получается стопор, такая юбка развальцованная, сюда девается стопор на шарик. Прокладка, ну, и пошло. Да. Соответственно, с другой стороны то же самое. А прокладки только вот такие, да? Как прокладки пластик? Можете ставить любые. Резину, смотря что у вас будет в трубе. Здорово. Получается, нужен другой резак, да, для такой трубы? Ну, побольше. Он двух видов, есть большой. Этот до 32-й трубы. А здесь точно так же получается, да? Такой же процесс? Да, то же самое, только здесь не просто вы обрезаете трубу резаком там. Сейчас вам на другом. Фитинг обжимной, типа цанговое соединение. Он у вас уже, ну, у вас уже прикручен. Да? Ослабили гайку, разбирать его целиком не надо. Вставляете до упора, обжимаете. Понятно. Соответственно, подкручивать. Ну а также получается по размеру то нужно оставлять 4, да, деления? Ну да, с учетом того, что сколько уходит туда. Ну это уже но по месту. Там. Обязательно до конца вставлять, да? До упора вставлять. До упора, да. Там вы его дальше уже не вставите. Пока она уперлась, вы начинаете закручивать. Нужно ли подтягивать там через год, через два? Знаете, фитинг не любит перепадов температуры. То есть, если у вас в помещении сначала одна температура, потом другая, получается естественное расширение металла. То есть, и она в протечении какого-то времени может немножко гайка раскручиваться. Ослабевать. Может, да? Ну, чуть подтянуть сюда. Да. Также хорошо. К этим фитингам есть ремкомплекты. Если у вас получилось так, что вы разбираете все дело, меняете внутренность, фитинг можно весь не менять, даже не откручивать его. Внутренность, имеете в виду что? Что менять? Внутренность — это то, что там внутри. Там два элемента идет: обжимное кольцо. Так. И уплотнение. Все вот это по отдельности. Да? Ага. Стоит она в разы дешевле, чем целиком фитинг. В этом отношении ремонтопригодность здесь. Хорошо. Насколько можно рассчитывать срок эксплуатации? Вот, до срок клуба 20 лет. 20 лет. Ну, соответственно, соединение надо менять. В зависимости от того, что там у вас. Вода холодная, горячая или что-то. Ну, если система отопления. Система отопления. До фитинг работает до 130 градусов. Если у вас температура выше, то надо использовать. Здесь температура до 250 градусов. Преимущество второпластовой прокладки, вы ее затянули, она забивает все вот это. Потом даже откручивать тяжеловато. Я понял. Но она не течет. Спасибо большое. Для развальцовки. Хрен сделаешь. Для снятия фаски внутренней и наружной. Видишь, она сняла внутри. Ну, теперь да. Получается резинку не съест. И так же и снаружи.
Да мы за Кулебенск туда подбрасывались. Мы вот так отъехать даже не сможем. Для рейса администратора. Да? Ну плюс мы представители завода, мы можем регулировать цены как вам. Хорошо. Это камины наши, да? И вот это получается будет стена. Так. С этой стороны камин. Вы туда закладываете. Угу. А вот это она уже будет в парилке. Сюда ложатся камни. Камни и все. А вот этой модели рассчитана на сколько квадратных метров? Если в... Она в кубах. В кубах, да? 15-20 кубов. 15-20 кубов. Это получается парилка где-то в среднем 3 на 3 и 2,5 метра высоты, да? 17-700. А здесь получается отличие... Она в чем? Полностью засыпается камнями. Ну, получается, больше отдача тепла или в чем? Да, то она до 24. Я думаю, она дольше нагревается, во-первых, а во-вторых, дольше дойдет. Панорама. Древяная печь, каменка. Вот как это называется. Вот что нам нужно. Вот такая каменка. Да, окошко нужно обязательно. Уют, комфорт. Ух ты, смотри. Это да, перерабатывалка. Это когда у тебя получается канализация в доме ниже, чем сама уровень канализации где-то здесь. То он, получается, будет туда подтягивать. Крутяк. Крутяк, да. Все, да, все, все решено. Вот у нас тут сшитый полиэтилен есть. Здравствуйте. Да, сшитый полиэтилен ваш нам интересен. Валфикс? Это подумал сначала Валтек, правильно. Так, кислородозащитный слой есть? Нет. Нет. Я за антидефекционным слоем. Понятно. Это для теплого пола использую, там да, точка да, вот так да, вот. А максимальная все? Пиковая температура? 95 градусов. 90, это у нас 90. Угу. Ну, в основном тогда для холодного горячего снабжения, да? Да, 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 да. Ну, вообще-то она рассчитана еще по теплый пол. По идее, она от 1 до 5 класса. Все классы. Ну, а белая, белая чем отличим? Только цвет. А, только цвет. Да, кому как нравится. Ценник, я бы сказал, был 16. 16 рублей? Труба армированная, стекловолокном, алюминием, обычная. Белая, серая, варианта. Что лучше-то, армированная алюминием или стекловолокном? Слушай, кому как нравится. Что алюминием, у него расширение меньше. Свежее. Плюс мы еще являемся официальным представителем Бугатти, России, чисто Италия. Угу. Просто, знаете, слышали, она работает очень много по делу. Лопалась вот здесь посередине. Да, 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 это были по делу. Это чисто Италия, все завода, есть сопровождающие документы. Также вот у нас сейчас появилось оборудование для монтажа, тоже собственное. Джандан, может быть, слышали, это была Турция. Сейчас вот Валфикс полностью. Гибкая подводка, то же самое. Мы делаем в Китае, на посольстве. В принципе, если так посмотреть, часть товара мы производим сами здесь, в России, а часть товара мы импортируем из Китая. Ну, это и правильно. Ну, ну, в принципе, дешевле получается, чем нас пользуются. Понятно. Спасибо большое. Да, не нужно. Все, удачи вам. Окей. Чао. 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 А тут, получается, смотри, как можно сделать коллектора. И получается водоразбор. На каждую часть, наверное, нам так и придется сделать. На первый этаж, на второй этаж отдельно. Почему? Потому что из одной трубочки нам будет тяжело, вот из такой, видишь, как она заужает. У нас сейчас с тобой стоит счетчик, получается, внутри. Мы его там уберем в колодце и поставим его точно вот так же. И получается, здесь будет напор и распределение. О, даже тоненький. Труба, да, для теплого пола. Да, да. Сшитый полиэтилен с кислородозащитным слоем. Да. Оксиджен, да? Да. Максимальная пиковая температура. Максимально. 90? 95? 95. 95. И мы сейчас есть тонкий теплый пол. Она тоньше? Тонкий. Тонкий? Не так высокий. Не 16, а меньше диаметр? Да, да, да. Посмотрим. А сколько же она? Не 16, а... 10. А, 10? Да. М-м.
Но ее нужно чаще, получается, да? Да. Вот, да. Чаще делать. Так уже на 10 нельзя ее? Да. Нельзя, да? Да. То есть вот чаще нужно просто. Зато надо меньше. Меньше объем съедает. Меньше объем съедает. Зато равномерный прогрев везде. Ну, сейчас это популярно в Китае. Так, тинпайпа. Не вижу. Кислород, защитный слой не вижу. Труба ПРТ. ПРТ, да? Да, да. ПРТ. ПРТ. Маски китайской компании в городе Шанхай. Угу. Можно ее попробовать помять? Ну, может, конечно. Скажите, на какую температуру и давление? Он говорит на 95. Максимальная пиковая температура. Да. Какое давление? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько потребление электроэнергии на один погонный метр? Один метр там на 1600. 1600 ватт? Да. Один 1,6 киловатт на один метр? Один метр там. 1600 ватт? Да. Очень много. Может быть 600 ватт? У вас резистивный тепло. 1,6? Да, нет, 1,6, да. Сейчас на 1 метр надо. Так. Сколько он потребляет ватт? А сейчас я не могу. Что? Электроэнергии. Я 17 ватт на метр, правильно? 1600 ватт. Мощность ватт. А, нет, нет, это выходная мощность, там мощность. Да, да, это на трубу он, получается, да. Говорит, там другой совсем кабель. А вот это совершенно другое, да, он получается другого. Это чтобы трубу не замерзли. Кстати, мы могли сделать на наш водопровод. Рядом просто прикрутить. Если вдруг там что-то будет замерзать, включаешь, все, и нормально. Посмотри, какие краники. Знаешь, сколько они стоят? Миллион. Раз, закрыл. Не знаю, но он стоит, я тебе говорю, мама родная. Здравствуйте. Что? Очень интересует цена такого. $60. $60. Секция. Одна секция. То есть в среднем 3-4. Я понял. А вот рядом с ним, если? 74. Ну, разброс идет от 1200 рублей до 15 000. Нет. То есть вот так обходить, да? Да, избегать вот углов, да, там, ну, ненужный раскоп дополнительных траншеи, да, чтобы там углы эти масляные дорогостоящие, просто-напросто разъедут. Металлополимерная труба, здесь алюминий эксплозированный, без шва, ни стык, ни оклёж, шва нет. Полностью дается труба цельная, равное распределение давления, но на все участки трубы. Угу. Раскрытие быть не может, невозможно, чтобы она раскрылась. При кратковременном давлении, там в 50-80 атмосфер бывает, дают, вентиль открывают,
80-й или 120-й, 125-й, 150-й сантехники, да? Угу. И создается давление или опрессовывают. Бывает, смотри, сколько у него там ротенбергер какой-нибудь, он же 80 может дать атмосфер. Вот, а на одной линии там 25-этажная, там до 10 атмосфер. Ну и что, вот он дал, к примеру, эта труба не раскроется никогда. Вот. Так что, в принципе, она будет дольше всех держать давление. Вот. Вот вот, но, да. В принципе, здесь же вот для теплого пола, там же такая же технология, да? Для теплого пола труба идет разная. Смотрите, для теплого пола может быть перцевская труба, вот, шитая без фольги. Там меньше атмосфер, потому что, сами понимаете, теплый пол это 25-38 градусов. Кинули трубу, потихонечку работает, потихонечку греет, и у вас тепло потихонечку дополняет дом. На первом этаже похолоднее, на втором этаже потеплее. Все тепло идет наверх, оно легкое, идет наверх. Вот, значит, труба может быть, у нас труба 39 рублей, есть труба 42 рубля, которая идет. Она с кислородозащитным слоем. Да, вот. Есть труба, которая идет, например, вот эта вот металлополимерная цельная труба, она унифицирована. Она идет на холодно-горячее водоснабжение. Да, холодно-горячее, 10 атмосфер, да. И на радиаторное отопление. Да, 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 да. Вот. Значит, смотрите, фитинги все есть, фитинги как обычные обжимные, так и дешевые ППСУ, так и РТМовские, это система Tool Insight. Фитинг работает, инструмент внутри. Берешь инструмент, вставляешь трубу, он защелкнулся, выходит. Язычок системы за капкан, и у вас фитинг работает, никакого инструмента не нужно. А, раз, закрылся, раз, как он, push fit, да, или как он там? Tool Insight. Tool Insight. Система инструмента внутри. А, вот, так что... до конца все, а если ремонт, ремонт он приходен или как? Он может заливаться в бетон, он может, смотрите, выдерживать. Ну а надо как-нибудь... Агрессивные среды. Да-да, агрессивные среды. Да, он может выдерживать, может выдерживать. Если у вас какой-то комбинат свой, значит, вы за эти параметры мы рассчитываем вот эту систему. Ну и смотрите, вот у нас идет так, система многослойного снабжения. Вот они идут, фитинги все. Вот. И вот они идут, вот, вот они, видите? Угу. Вот. Значит, система Tool Insight. Значит, где тут рисунок, вот видите, я язычок. Вижу, я понимаю. Вставляется это, да. Труба, язычок выскакивает. Вот эта пружина давлением в 2 тонны сдавливает вашу трубу. Вот, здесь стоит колечко. Если вы фитинг поставили неправильно, вы можете его довернуть. Угу. Вот, каталог я вам дам. Посмотрите, как и что. Здесь вообще идет 1, 2, 3, 4, 5, 6 основных модификаций, 7. А так вообще их 9 уже сейчас. Модификации различные оборудования. Вот, представленного. И тем более, я говорю, вот потихонечку выводим. У нас свой завод по радиаторам. Потом, значит, вот есть завод по конвекторам. А у Панор сделал завод по трубе. 1 миллион метров трубы делает. Угу. Труба может быть 68 диаметра, 140, 175, 200 диаметра, одинарная, двойная, квадротруба 4. Может быть труба с наполнителем с этим, может быть без наполнителя. Без наполнителя дешевле, вот без этого внутреннего. 30% дешевле она идет. Вот. Кроме всего прочего, смотрите, вот эта труба, вы задаете параметры, и мы смотрим, как сделать, чтобы вам было и недорого, с одной стороны, а с другой стороны, и был нормальный коэффициент расширения на метр трубы, вот, примерно 1,8%. И кроме всего прочего, мы смотрим, как у нас завод, это робот. Там 10 человек обслуживания, 4 человека охраны, 2 уборщицы. Ну, я уже сами понимаете. Задаете параметры, он сам делает эту изоляцию. И по вашим потребностям мы подготавливаем, если хотите, даже в машине, на трубе будет там труба Сергея или там труба Александра. Сергея. Там, вот, труба Сергея будет. Так что, сами понимаете. Значит, сейчас мы стремимся к чему? Чтобы в России у нас было все оборудование. Если мы какую-то автоматику не можем делать сами сейчас пока, делают в Швеции, в Германии, в Финляндии или в Норвегии, то, извините, мы ее там покупаем, соединяем с нашей трубой, которую делаем здесь, и все. У нас современная система, на современном оборудовании изготовленная, конкурентоспособная, которая работает в России. Это первое. В России 360 тысяч километров изношенных сетей сейчас в данный момент. Потихонечку это дело меняется, но сами понимаете, наша система бюрократическая, она не позволяет сразу перейти. В общем, я вот как-то ходил, бумажку доставал. Значит, я посчитал 26 раз, я отслежил начальника, как это, через это, для того, чтобы пробить систему. 11 лет мы ждали для того, чтобы сделать систему, например, теплого пола в мечети, вот, на Олимпийском проспекте. Мы делали, 11 лет ждали. Представляете? На 11-й год деньги не украли, мы сделали систему.
Вот. Потом, значит, 3 года мы ждали, чтобы, наверное, какую-то котельную где-то под Москвой сделать. На 3-й год нам сказали, ну ладно, ребята, вы надоели тут уже своим хождением, тут поящики постоянно, как не приходите, вы тут сидите. Или вы постоянно названиваете. Ладно, будем делать, будем. Вот. Так что, как говорится, вода камень точит, ничего само по себе не делается. Потихоньку-потихоньку сделаем так, чтобы у нас было везде современное оборудование. Я думаю, что у вас все будет хорошо, и желаю вам удачи. Вы мне только скажите, вот эту часть мы можем замонолитить, да? Да. Ничего с ней не будет? Ничего не будет, видите, фитинг новый, значит, аналог фитинга делают испанцы, значит, вот этот фитинг японский, но делают в Германии его сейчас. Его доработали, вот. И видите, он после монтажа сейчас вращается. Да, да. Вы можете трубу повернуть в любом направлении. Но там чем какая-то резинка это... есть, не изнашивается? Там резинка стоит специальная, и эту резинку испытывали под разными нагрузками в разных следах. Так что здесь люди думали, и фитинг работает очень надежно. Понятно. Хорошо. Хорошо. Все. Спасибо, спасибо. Вот. Так что, Сергей, удачи вам. И вам. Сейчас. Что? И сними. Это правда. Вот она, здесь 24. Какой? Представлена компания Полен. Швеция. Пластиковая. Из нержавейки и титановая. Угу. Из нержавейки. Из нержавейки, вот. Маленький, большой. На какое количество кубометров они рассчитаны? И рассчитан на 4. Все это зависит от вашего. Бассейн 3x4, 1.65 м глубина. Ну, а сколько температура? Это что надо рассчитывать? Температура до 30 градусов, да. То есть тут кубатура, вот видите как? До 300 квадратных, до 450. Это, соответственно, маленький. Да, да, маленький, маленький, но удаленький. И получается, он каждый должен быть один на каждый бассейн. Если их два, соответственно, два нужно ставить. Правильно я понял? Если два бассейна рядом, они, в одном корпусе. Они никак не соединены, то есть. Но они могут тройник. У вас получается вода из бассейна, правильно? Да, ну смотрите, да. То есть получается, у нас сейчас будет от котла, да, от коллектора, да, подходить сюда подача, сюда обратка, допустим, да? Да, да. Так, вот это у нас получается вот подача-обратка для бассейна. Так. И получается, он там трубчатый внутри, он нагревается и, соответственно, передает тепло. Да, все верно. А сколько ему вот времени потребуется, чтобы вот такой вот... На нашем сайте есть программа, которая позволит просчитать. Да. Если возьмите. Давайте. Это каталог всей продукции. Так, цены есть? По ценам. Вот такой нам нужен. Почему? Потому что он из нержавейки и он. А внизу специализируется. Это титановый. Специальные дистрибьюторы. Ну, смотри, все, что надо. На каталог, да? Прыжок. Слив. Здравствуйте. Ручный бассейн, да, то есть штанга вставляется на аккумуляторе, то есть дополнительная штанга вставляется на аккумуляторе, то есть собрать какой-то мусор крупный, то есть мешочек уже со встроенным фильтром. Тут мотор уже насосовый стоит, пожалуйста. Ну, такой примитивный вариант. То есть ему больше ничего не нужно, да? Он, грубо говоря, сам по себе, да? Так, а если со дна достать, то нужно нырять с ним? Меняется. Так, да, меняется. И вот там небольшой бассейн, там до 1.5-2 метра, на этой штанге. Вот. Либо же там, допустим, стены немножечко, там углы, ступеньки, то есть уже можно на штанге. Но он собирает в основном... Крупный мусор, и тут фильтр как бы не такой там сильный, чтобы... Ну и небольшой объем, то есть какие-то листы. А приблизительно его стоимость? В долларах где-то порядка 100 долларов. Порядка 100 долларов. То есть, ну, так, грубо. А я вижу, там идет уже такой автоматический, это уже, да? Робот-пылесос. Это уже более серьезная версия, то есть автоматическая, которая там сами ползает в одну. То есть, ну, одна лампочка. Такая же версия, только вот.
квантум, это с системой очистки гидроксида радикалов. То есть, по сути, при такой системе химия, в принципе, практически не нужна. Химия не нужна. Она сводится к минимуму. Вам надо сделать шоковую обработку разово. Вот. Ну и там периодически раз там, в месяц, возможно, добавлять аллергициды. Периодически, чтобы не было. Ну, то есть, опять же таки, смотреть, ну, может, возможно, флокулянт, чтобы не было осадки. Ну, как правило, вот, вода кристально чистая, аж такая голубая, то есть это природная технология, то есть тут химии нет. То есть любую воду кристально чистая, да? Ну, такие системы, они используются, ну, как бы немножко другого формата, используются для очистки питьевой воды. А, даже так? В принципе, да. То есть после этой обработки... А после такой обработки смена воды по регламенту как часто должна быть? Смена воды, в принципе, в бассейне, ну, если бассейн там на зиму, допустим, вы его там... Нет, он круглогодичный. Круглогодичный, то, в принципе, смена воды, она и не по хорошему счету, при нормальной системе очистки, при нормальных системах дезинфекции, при нормальном фильтре, ну, то есть, когда все рассчитано, смена воды не нужна. Понял. То есть, как правило, там люди иногда завозят, ну, если вода... А попадает, он уже как бы со своим насосом идет или... Нет. Здесь нет, вот нет, обычно вставляется в контур обычного фильтровального оборудования, то есть насос, фильтр, после него попадает уже в... То есть, что именно нужно? Получается, насосик, да, но он подберется, допустим, там средний. Насос, такой фильтр. Фильтровальная установка, насос, бочка, да, можно купить в сборе, можно собрать самому, то есть идет отдельный насос, идет отдельная бочка. Но, опять же таки, надо рассчитать эту... Там у нас песок, да? Песок, либо стеклянный, либо кварцевый. Что лучше? Что вот подешевле и подолговечнее? Ну, кварцевый песок подешевле, но у него там есть определенные недостатки. Он, во-первых, со временем слеживается, то есть там реагирует с кальцием и постепенно слеживается. То есть становится такой, как камень, то есть его там просто уже не разобьешь. И теоретически может случиться, что его не выколупаешь с бочкой. То есть тогда, в принципе, когда его оттуда выбивать, можно повредить бочку. Стеклянный песок, он более дорогой, но более долговечный. То есть, там, по хорошему счету, его замена практически там не нужна. Ну, почти вечный. При нормальных условиях, при промывке фильтра, он может работать там 10 лет. Вот. Плюс на нем не скапливается, менее как бы он подвержен скапливанию там каких-то водорослей и бактерий на нем, на самом песке, да? И, соответственно, он больше... Дольше служит. На какой объем именно вот такие вот системы? Они же отличаются или они, в принципе, ставятся на... С одной трубкой 65 кубов, с двумя трубками 120 кубов. А. Ну, 65 это самый маленький, да, получается? То есть, получается, вот такой там? Нет, это у нас нагреватель, то есть это теплобедник. А. Грубо говоря, сюда, если вам, ну, зимой, если вам надо нагреть бассейн, вы сюда подключаете там какой-то контур, либо там газовый котел, либо какой-то еще. От газового котла будет, да? Да, ну, как вариант газовый, да. То есть, а сюда подключаете сам контур бассейна. То есть водичка проходит в бассейна и... А он внутри трубчатый или что у него там? Да, трубчатый. То есть... Угу. Угу. Вот опять же такие лекро, это очень качественные вещи, то есть это тоже лекро, это Англия. То есть тут все в комплекте есть фитинг и все. То есть вы его купили и сразу установили, да? Да, то есть как бы тут то же самое здесь. То же самое здесь. Все, что надо, идет. То есть включил, поставил и все. Это очень хорошо, потому что мы устанавливаем, скорее всего, сами. То есть тут разбираться особо даже ни в чем не нужно. Здесь, смотрю, какая-то электрика есть. Это как дополнительно, да? Или ну, что? Во-первых, там есть ультрафиолетовая лампа, которая со временем, ну, периодически надо менять. Здесь есть датчик, который показывает время. То есть дополнительно ультрафиолетовая лампа там не нужна? Не, здесь уже есть ультрафиолетовая. Здесь все есть? Да. То есть, ну, опять же, такие, есть разные модели. То есть лампы, есть свет, но я сейчас вам там разобрал. Например, только что есть Казахстан, 120 квадратных метров. Каждый ежегодно, но можно 5% меньше. Запрещена? Под фиксацию разрешения администрации. А где же у нас вот это объявление? Ну. Расскажите нам лучше. Давайте. Про этот замечательный робот-пылесос. Для чистки бассейна. Он по стенам? По стенам почти все модели влазят по стенам, и по одному ощущаю бассейн. Там в зависимости от формы подбирается наиболее оптимальная модель. Какой же у него цикл работы, если, допустим, бассейн до 20? 25 на 10, можно поставить до
случае все будет полностью? Приблизительно, да. Ну, он снимает что? Он ничего не снимает, просто мусор? Ездит. Okay. Не, он достаточно мелкий. 100 микрон, есть на 60 микрон и 200 микрон сетки. А если стены такие, как склизкие там или что-то такое, вот это что-то очищает? Ну, это химия лучше, а потом робот запускает. Ну, в принципе, наверное, будет, но как бы у нее щетки, они не очень жесткие. Ну, наверное, вот если вот на этот робот поставить, у нее как бы он на 25-метровый не подойдет. У нее щетки такие, спильный полиуретан, они целиковые, вот они там все что угодно отберут. А эти резиновые, они, чтобы подходить для любой облицовки, они сделаны специально такие помягче, чтобы не царапать там лайнеры или еще что-то, ну, то есть композиты там или полипропилен, поэтому они помягче. Какая цена его? 1350 стоит треугольник. Ну и самый дорогой 2380, это для 25 на 10 бассейнов. Вот так вот. А вот этот маленький? 8 на 4 максимально. А если 4 на 3? Но это самый маленький, да? То есть, сейчас ну, какой да, есть? Нормально, он лучше, чем Ford Spear, потому что он там, ну, вы, наверное, не знаете. В общем, он подойдет, там ему 1.3 метра, главное, чтобы не меньше было ширина, чтобы для разворота было нормально, вот так, чтобы не тупил он там, да. Не, ну я критично так, да? Если просто один залом, вот, обратно выйти, точить, нагреть, и она должна вернуться в память. Монтаж тепло пол. Темные стены, дома. А эта труба более жесткая, да? Для водоснабжения ему использовать. Какая цена за метр? Сейчас не говорят, они вы оставляете визитку в зависимости от того, кто вы условного кабеля, кто вы покупатели, они оставляют вам цены. Сейчас они нереально сказать. Маркетинговый отдел здесь не присутствует. Но вы, получается, визиточки уже все раздал. Вы просто электронно запишите. Да? Как торговая компания или кто? Нет, я как монтажник. Все, удачи вам. Ну что, после получения конфетки настроение сразу поднялось? Да, мне не падало настроение. Да, ну поинтереснее стало, да? Конфетка стала получше. Интересно. Какая штука дорогая. Можно либо вот так соединить, либо вот электрический вариант. Кстати, натягивает получается трубу на трубу, да, как-то, да? И назад. Конечно. Сегодня как комплекс, сразу же все продукции, когда она вернется. И, соответственно, получается, фитинг куда-то оставляем и обжимается с этой стороны вон той штучкой. Прыг, и все. 100% гарантия, без протечки. То есть заказы мы делаем на такие инструменты? В Испании, да, лишь. Мы их в аренду возьмем. А, их дают, да? Главное, все прям такое модульное. Собираешь сам и все. Да. Такие камушки, это я видел, я не знаю, что это такое. Это вы, чтобы это с бассейна раз, и потом сливалось, и опять уходило в бассейн. Это край. Ну, только там я видел. Это край его. То есть очень удобно, в принципе, сделать. Разные варианты и нагрева, и очистки воды. Да, скажите, пожалуйста, у нас будет два бассейна. Возможно ли установить один на два? Но они, получается, будут одинаковые, 3 на 4. Фильтровальная установка будет общая. Да, возможно будет точка, такое? Да? Да, да. Ну, если как бы рассчитать под этот объем, под два бассейна... Но получается, что до 18 кубов, да? Один бассейн, 18 кубов. Да. Возможно установить один на два.
ну, грубо говоря, вы берете, подбираете, то есть один бассейн 18 кубов, то есть два бассейна это 40 кубов, грубо говоря, да? Вот, подбираете у фильтровальную установку на 40 кубов, подбираете, ну, электро достаточно будет, там до 65 кубов. И таким образом у вас по контуру будет два бассейна. Ну, то есть, в принципе, это теоретически возможно. Ну, только правильно. Наверное, тяжелее просто будет прогреваться, да, если мы вот через теплообменник два бассейна. Наверное, лучше, наверное, два теплообменника, да? Их надо, скорее всего, параллелить, потому что если будет сначала один, а потом второй, то, грубо говоря, этот будет горячий, а это будет холодный. Да. Соответственно, их надо параллельно, то есть, грубо говоря, делать развязку, да? То есть, общая труба пошла на этот бассейн, ну, скиммеры или там форсунки, с этой стороны скиммеры, то есть, ну, поняли, это параллельно еще. То есть, в таком случае, в принципе, две чаши могут существовать вполне. Угу. Ну, тем более, они рядом находятся, они у нас нормально. На одну трубку есть, вот с той стороны, там, такой, ну, стенд Элека, а там одну трубку есть. Вот, да? Сейчас мы посмотрим. А какова цена вот одной трубочки? Приблизительно, ну, хотя бы просто понять, есть, да. Есть просто чистый ультрафиолет. Есть ультрафиолет с системой гибрид, опять же, таки там с той стороны он есть, и есть квантум. То есть они отличаются. Есть просто чистый ультрафиолет, там просто лампы. Гибрид, там есть еще дополнительная какая-то схема очистки, а квантум, ну, он уже как бы вот эта система гидроксид радикалов. То есть это как бы самая такая, самая топовая версия. Ну, вот этот гидроксид как раз позволяет добиться кристально чистой воды. Ну, почти не использовать химию, почти. А этот все-таки используется? Ультрафиолет, ну, в принципе, периодически надо делать какую-то шоковую обработку, хотя бы раз в неделю, там, или раз в две недели делать шоковую обработку. В зависимости, опять же, от загрузки бассейн. Угу. В идеале это квантум. Стоимость порядка $1000. Ну, так, $1000, если квантум с одной? Да, с одной трубкой. Это самая топовая версия квантума. То есть ультрафиолет будет гораздо дешевле стоить, там, ну, порядка 200. Порядка 200? 300. 300 даже? Ну, просто ультрафиолет, честно. Ну, и опять же, они есть разных производителей, в том числе у нас есть разные производители. То есть, допустим, если надо что-то подешевле, можно подобрать подешевле. Если нужен именно качественный аппарат, то это, скорее всего... Ну, конечно, хотелось бы кристально чистую воду и, ну, мягкую, да, которую... Если так, частый... Да. Я тоже так об этом, в принципе, неоднократно задумывался, и для себя бы я взял именно бы электро. Потому что вот когда открываешь глаза в воде, и у тебя потом жжет их минуту. Плюс дети там, хотелось бы какая-то там безопасность. Вроде как бы и говорят, что там безопасная концентрация, но тем не менее. Так, ну что, может мы одну посмотрим и говорим? Ну, по сути, то же самое. Это вот то, что я говорил, это вот самая базовая версия стерилизатора. Есть гибрид. Система, ну, это ультрафиолет, его там преимущество в том, что там внутри стоит трубка с определенного полимера, которая еще дополнительно отражает, ну, то есть лампа обычная, стандартная, плюс она еще отражает там между собой этот ультрафиолетовые лучи, и, соответственно, усиливает это многократно. Это у нас объект, самый базовый, на 65 кубов, вот. И есть Квантум, но он есть одинарный, да? Трубке, да. Но есть точно такой же на одну трубку. Ну, все-таки вот квантум вы советуете, ну, да? Это самое, что есть, и оно действительно вам поможет. Ну, это реальный отзыв, это не, скажем так, пиарку, это реальный отзыв от монтажников, когда люди строят бассейн, потом через там, месяц приезжают к покупателю, он говорит, блин, ничего не построили, а чисто. Насколько... как бы хватает его, что какие запчасти может менять нужно, что-то такое, лампа. Обслуживание. Ну, один основной расходник — это лампа. Ее срок жизни где-то 14 тысяч часов. 14 тысяч часов. А включается она с какой периодичностью? Вместе с фильтровальным оборудованием. То есть фильтровалка, она не постоянно работает, она работает, допустим, 4-5 часов в день. То есть, а включается автоматом, да? Или ее нужно запрограммировать, да? Смотрите, ее лучше, конечно, сделать отдельное включение, то есть на основе какого-то таймера. Но здесь есть датчик протока, то есть если вдруг фильтровальное оборудование, вот этот датчик протока, если вдруг фильтровальное оборудование не работает, то она не включится, она не будет просто работать, лампа не включится. Как только заработает фильтровальное оборудование, датчик протока сработает, и она начнет работать. Угу. 4-5 часов, и нужно менять раз в... 14 тысяч часов. Срок, да. Тут надо понимать, правильно рассчитать фильтровальное оборудование. То есть в идеале за сутки должна вода прокачиваться порядка 3 раза.
какую-то стрельбу. Там, допустим, объем бассейна 18 кубов, соответственно, ваша федеральная установка должна быть там на 60 кубов, мощности на 60 кубов. Таким образом, она за 3-4 часа прокачает вам весь объем там, бассейна. У Нержавейки есть как бы ряд преимуществ, почему я рекомендую. То есть, во-первых, это меньший вес по сравнению с бетонным бассейном. То есть под нержавейку, особенно если вот бассейн небольшой, как правило, просто основание бетонное. То есть либо фундамент поплетнул, либо там. А он как готовый получается целый, да, он закладывать его, или он собирается Нет, на месте? Он собирается, монтируется на месте. То есть он заводится отдельными элементами, секциями и выставляется, выравнивается и сваривается на месте. Так, хорошо. Ну, а если вот так вот понимать, вот 3 на 4, 12 квадратных метров, глубина 1,6. Какая цена его возможна? Смотрите, ну, я могу совсем ориентировочно сказать, потому что, честно говоря, у нас чашами нержавеющими занимается фирма «Наш партнер» НСТ, и они как бы делают все расчеты, у них более точные данные, но я думаю, что это порядка 3-4 миллионов. 3-4 миллиона, да? Да. Как раз очень красивое, все долговечное, но это просто очень дорого. Да, но самое главное, что для чтобы меньше было теплопотери, нужно будет утеплитель надевать. Да, и, соответственно, вся красота, она одевается в утеплитель, прячется. Не очень технически получается. Потери большие. Да, 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 да. Вот, глянь, смотри. Я думаю сделать два душа, вот, и в каждом таком можно будет маленький слив вот такой сразу заложить и плиткой закрыть. Ну, да. Вот, и у нас будет получается не поддонное, а сразу получается как в плитку заходишь, сливается и все уходит. Ну, это нужно будет получается пол монтировать. Вот это да. А у нас будет стяжка, мы прям получается сразу монтируем, а потом стяжка поднимемся. Ну да, то есть получается должна быть, она как в арматуре, да, там? Да, она вот закручивается туда внутрь, вот. И вот так. Все надо, конечно, уже знать заранее. Там посоветуете. Да вы знаете, мы кроме вот нашей с фильтрацией и засыпки стеклянной больше ничего. У нас больше ничего в ГАБе нет. Но на самом деле их-то. Ну насколько прозрачная вода получается стеклом? Ну песком я вот ладно, там кварцевым песком. Нет, так же как песком. Так же, да? А в чем преимущество? А преимущество в том, что это более долговечная засыпка, то есть ее, ну, она лучше промывается, потому что, ну, не пористая она, она лучше промывается, меньше коксуется, то есть песок нужно чаще менять. Стеклянная засыпка чуть дороже, но реже обслуживает, реже высыпает, лучше она промывается. Ну, еще из там рекламных этих самых, как бы, какая-то есть теория, что на песке какие-то бактерии живут в этих там стеклениях. Ну, с этим, наверное, борется инфракрасное облучение. Да, и химии то же самое все это. Да. Поэтому основное, конечно, что просто режем и потом лазим в этот фильтр, засыпаем песок, нагребаем, засыпаем. А как часто вообще вот по регламенту? Ну там на самом деле зависит от типа бассейна. Ну так вроде в среднем, то есть если это бытовой бассейн, то это раз год-полтора рекомендуют менять песок, а стекло это 3 года. Раза два рисунок больше. Но на самом деле там зависит еще сильно вот просто от уровня. Когда промывку делают, они смотрят, насколько быстро и вообще бывает грязь. Если она уже выходить перестает там, через смотровое окно. А откуда грязь выходит? Вот, нет, ну она получается с обратной стороны, вот он сейчас на промывке стоит. То есть он когда в режиме фильтрации, он воду подает сверху. Насос выключен. Да, он сам выключится. Он сам выключается. И переключает режим по датчику, если насос стоит. Да, насос датчики ваши? Да. Все, вот он в режиме фильтрации воду подает сверху, прокачивает ее через засыпку и подает чистую воду по сыпку. Когда переключаем, вода подается снизу, то есть вся грязь поднимается наверх и удаляется в канализацию. Все автоматически. Фильтр промыт, ну, за счет переключения. Ну да, за счет переключения. Фильтр промыли, переключили обратно. А как часто нужно промывать?
Ну, вот здесь нужно смотреть по степени загрязнения, на самом деле. Да, ну, ну, не раз в сутки, да? Нет, 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 это там раз в раз. Это очень сильно зависит от места расположения бассейна. У нас система 20 кубов, это, возможно, EMAX 400. 25-201. Она идет насос вместе. Оно пустой, да, бачок? Да, насос, да, бак пустой. Этот, песок или там что-нибудь на отдельно. Это будет самое объем обслуживания бассейна 27 кубов. Да. То есть, в принципе, она даже большая. Можно смотреть 350. Так, а она как по цене? Ну, нужно это особо с запасом не брать, да? То есть... Стеклянный песок. 20 килограмм, 1390. Сколько нужно на... 35 килограмм, там было написано. На этот? На этот? На тубочку, да. Да, на этот сейчас поменьше, наверное. На 350 можно взять меньше. Там порядка 20 килограмм. 450. Загрузка песка 20 килограмм. Как раз целый мешок, ага. 20-71. Обслуживание мощности, ну, вот... 17,3. 17,3. Максимальный объем службы бассейна. То есть в данном случае, как бы, вот эта установка для вас, наверное, для одной чаши самая. Ну, опять же таки, можно выбрать и другую бочку. Ну, ее достаточно будет, в принципе. Да, то есть это хорошая бочка, она идет смотанная стекловолокном, то есть это как бы качественная такая, что там выдержит, можно сказать, любое давление там, до 3 ватт. Здесь ставится специальный профиль, он подается вместе с решеткой. Вот, заливается, делается желобок, ставятся форсунки сливные. То есть до заливки чаши необходимо уже все это дело прикупить, да? Ну да, то есть до заливки чаши, это все надо, да, сам желобок надо сделать до заливки чаши. Угу. Вот. Ну и опять же таки под нужный вам размер переливной решетки. То есть она может быть шире, 200, может быть там 300, на маленький бассейн она большая не уже. В принципе, наверное, чуть-чуть больше для вас, для вашего бассейна, или вот, как бы, чтобы красиво смотрелось, не потерялось там на вашем объеме, не потерялось. Я думаю, что вот такого размера, может чуть меньше, самый раз. Так, хорошо. Очистка есть, дезинфекция есть. Нагрев с помощью вот газового котла у нас через теплообменник. Какой теплообменник мы можем вот использовать? Теплообменник, опять же, есть электрический нагреватель, есть... Нет, газовый нужен. Через, да, через коллектор основной, компонарный, с газового котла у нас будет как бы вот циркулировать. Да, есть варианты подешевле. Это вот китайский вариант, да? Он из нержавейки? Да, то есть. Он трубчатый, нагревается, ну, сюда. Обычно, то есть не соленая, не морская. Правда? То есть обычная. Вода. Обычная вода, да. То есть без проблем. Либо же что-то под... А морская, вот ее же делают искусственным путем, да? Вот для бассейна. Нет. Ну, допустим, вот она, в Сочи, она морская. Да, но я просто знаю, что некоторые бассейны вот искусственные как-то или соль добавляют, или... Соль добавляют для того, чтобы работал хлорогенератор, для того, чтобы не сыпать хлор вручную. Есть специальная установка, которая вырабатывает из соли, делает воду. Ну, что-то слышал, да. Соответственно, вам надо поддерживать необходимый уровень соли в воде для того, чтобы этот хлор вырабатывался. Но в обычной воде количество соли это там 3,5 грамма, а в морской там 18 грамм. То есть это, ну, сумасшедшая разница. И, соответственно, если поставить на морскую воду там обычную нержавейку, обычную, там самую недорогую, то, ну, она просто... проезд дырки. Я понял. Да? То есть там специальная сталь должна быть 314, то есть качественная нержавейка, то есть, соответственно, как она дороже стоит. Ну, как вариант, подороже можно посмотреть. Или, опять же, ну, ну, подороже, подороже, но вот такой вот объем нам как бы достаточно будет? Объем, ну, тут мы тоже понимаем, там 1 киловатт на куб бассейна, то есть если у вас 18 киловатт, вам надо установка, ну, где-то 20 киловатт мощности. Установки это на 45 киловатт, ее должно быть достаточно для вашего бассейна. Одной такой на один бассейн? Ну, да, да, я в принципе... Ну, и в идеале там, возможно, какой-то терморегулятор поставить. А как быстро она может прогреть, да, температура там 28-29 градусов? Ну, все зависит от температуры окружающей среды.
зависит от температуры воды, зависит от того, насколько хорошо теплоизолирован бассейн. Вот. Но в целом разово она прогревает где-то порядка 10-15 часов с разового вы там нагоняете. Да. А потом все, потом она там буквально там на некоторое время включается, там котел, да, то есть подогревает буквально полчасика-часик. 1 градус догнал, все, выключился. То есть, опять же, эти терморегуляторы, ну, котел, в принципе, как правило, автоматически все это делает. Так, ну, наверное, все, только вот еще вот вопросик. Это получается у нас кантик, да, вот как бы для бассейна? Да, рукоплат. То есть, грубо говоря, вот тут будет, например, там решетка, да? Решетка, да. Ну, вот, для того, чтобы там было комфортно заходить, да. Ну и вода, которая переливается, сюда попадает, она стекает. Я понял. Ну, вообще. В принципе, не обязательно там для переливной решетки. Это, ну, в общем, да, то есть, может быть, плитка, мозаика. Просто если брызги попали, оно стекает. Я понял. Ну, это так. Есть такая же без желобка. Хотя, если у нас переливным, в принципе, то это может и не нужно. Вам нужен бортовой камень, кокинговый камень такой, ну, красивый, чтобы он выходил немножко на бассейн. То есть, да, чтобы слив был. Да, шершавый, не скользкий. Ну, есть кокинговый камень, называется, то есть, тоже очень красивая а-ля плитка, такая красивая, очень для бассейна. Ну что ж, в принципе, все рассказали, только вот мы по освещению еще. Ну, по освещению понятно, тут все диоды одеются. По освещению, опять же, есть разные мощности. Вот есть там 256 диодов, есть 540 диодов. Включается она, запоминает свет, то есть, грубо говоря, вы там раз включили. Если кратковременное включение-выключение, она меняет свет, может мигать. Мигать может разными цветами работать. Можно подключить систему с пультом, то есть она будет радио, да, то есть грубо говоря, подключили и пультом включаете, меняете цвет. То есть самих, допустим, 3-4 лампы, они одновременно будут менять нужный вам цвет. Либо же, если выключили ее с розетки, она, допустим, там у вас стоял красный цвет, выключили ее с розетки, там более чем на 2 секунды, потом заново включаете, будет работать опять красный цвет. Сверху у нас форсунки. Это форсунки, да. Их надо как бы закладные для них сразу, да? Закладные, да, обязательно. Ну, ставится в проход, и туда она потом контролирует заключается. Ставится проход, заливается в бетон, потом, когда уже все готово, там лайнер или там мозаика или что, форсуночка туда закручивается в этот проход, и все. Ну, а с этой стороны уже как бы по проходу обвязка трубы там. А труба специальная какая-то? Подающая труба. Я вам сейчас покажу. У нас тоже есть, вот там, в принципе, видите, лежат краны, да, то есть сама, в принципе, такого формата труба, она клеится. То есть труба вставляется фитинг, садится на клей, как бы уже мертва. Есть такая же. А специальный клей, он там вот тут, да? Да, есть спол. Труба, да, а есть гибкая труба. То есть такая же, допустим, вам не нужно как бы делать там какие-то колени, все. То есть для небольших бассейнов достаточно гибкая труба. То есть мы, допустим, сюда вставили и загнули ее нужным там образом. Ну, там ее заливают в бетон, то есть она стоит там вода. Либо же это же делается из этой серой трубы. Понятно. А вот то, что вот все нам нужно будет после того, как мы вот, ну, как бы, покажем наш проект, все это можно будет подобрать у вас, да, и сразу закупить то, что нам нужно будет сейчас вот на заливку. Да, вы можете связаться с нашим менеджером, да, то есть, ну, через наш сайт, там есть телефоны, связаться и сказать, у меня вот такой бассейн. Что мне нужно? Да, вот, да, я там скинуть проект, например, там по почте, либо там по вайберу, и сказать там, рассчитать мне количество трубы, количество там, там скинеров, решетки, всего. То есть, ну там, от начала до конца. Все, там человек вам все это качественно посчитает, вышлет вам на утверждение, вы посмотрите, устраивает, не устраивает, обсудите цену, все остальное. На объеме какую-то скидку, возможно, получите. Ну, то есть, договоритесь. Я понял. Хорошо, все, спасибо большое, приятно. Очень подробно. Назовем это вам на тепло. То есть, в частности, это контроллер для инсталляции, который позволяет контролировать температуру трех вместительных клапанов. Работать с двумя нагревательными устройствами, то есть это может быть как теплотопливные, так и газовые, так, котлы, так и электрические котлы. Причем котлы могут работать в каскаде. То есть если одно нагревательное устройство за определенное заданное время не успевает нагреть до нужной температуры, автоматически включается второе тогда, до момента нагрева. С
соответственно, может работать с тремя комнатными регуляторами. С одним из них по связи раз, то связи раз, это внутренняя связь между приборами тех. Все изменения, сделанные здесь или здесь, они физически отражаются на полностью. Они сенсорные, да? Да, это сенсорные. Можете попробовать. Допустим, да, мы... На меню в этом случае нажмите. Вот, видите, клапан 1, клапан 2, клапан 3. То есть мы допустим, можем... клапан 1 у нас был, да, на теплый пол, да? Да, да. Пускай это будет теплый пол. Да, так. Заданная температура, например. Заданная температура. Заданная температура. И выставляете заданную температуру. То это не теплый пол будет, это уже горячий под снабжение. Теплый пол здесь будет... Ну, по пускай 40, да? Да, 40. Окей. Все. Автоматически изменится. Как здорово. Так, то же самое, допустим, если мы на отопление бассейна, да? Да, да, то же самое, если температура бассейна. Но он регулирует именно вот трехходовой клапан, я правильно понял? Посредством этого, да? Почему? То есть вы можете контролировать все отопление дома, собственно говоря. То, что вы зададите ему, то он и будет делать. То есть в этом плане просто здесь, на этом стенде, вот прямо сейчас указано вот три комнатных регулятора. Uh-huh. Которые работают непосредственно вот с этим прибором. Uh-huh. Вот получается интернет-модуль для удаленного управления через мобильное приложение, GSM-модуль по устройственному управлению через... То есть вы можете задавать все, что угодно. Причем вы можете еще расширить до 5 смесительных клапанов через дополнительный модуль 400-431. Какая же цена такого чуда? Ну, в настоящий момент это розничная цена его составляет 430 евро с НДС. 430 евро с НДС. А что-то кроме вот самого коробочка, что-то там нужно же еще, да, получается, к нему, ну, для его работы? Вот, какой-нибудь датчик там у нас на... Да, да, да. То есть у него еще есть функция погодного управления, то есть в комплекте идет еще датчик погодный. И 6 датчиков, это Y, которые датчик на температуру. Какую-нибудь информацию можем взять? Да, конечно. Это наш каталог, это вот визиточка. Угу. И вот, вы обратите внимание, это система теплой полы. В данном случае система уникальная. Уникальная в чем? Что? Ну, максимально 8 зон можно зарегистрировать. Количество приводов здесь может быть различное, но в каждой зоне можно зарегистрировать как проводные сервопривода, так и до 6 беспроводных сервоприводов. Почему это важно? Например, а сколько проводных? Ну, в зависимости от сопротивления, до 20 штук на зону. А, вот понятно. Параллельно просто подключаете, да и все. Чего важно, потому что, например, комната оборудована как теплым полом, так и дополнительными радиаторами. И здесь с помощью одного из комнатных регуляторов вы можете контролировать работу всех сразу. То есть оно будет, например, достиг заданной температуры, комнатный регулятор дает команду на панель управления закрывает вот эти. То есть тепло уже в эту зону не поступает. А его цена? Да. Опять же, при использовании дополнительного модуля очень удобное мобильное управление, то есть можно регулировать температуру в любой из зон через мобильное приложение. Приложение, да. Понял. Здорово.